Это же детский лагерь на озере, а не Тадж-Махал. Что вы можете посчитать? Я планирую начать стройку сразу же после Нового года. Ольга Лебедева, которая очень надеется на то, что ее жизнь наконец-то вошла в привычное русло, приводит порядок в свои бизнес-проекты и налаживает отношения с мужем и любимым сыном. Она начинает строительство минерального курорта для своих сотрудников и всех простых граждан России. Однако это совершенно не устраивает тайных покровителей Галямина, которые имеют другие планы на этот прибыльный бизнес, и она оказывается под колпаком у русских спецслужб. Теперь ей придется столкнуться не просто с бандитами с 90-х, а со всей мощью российского коррумпированного государства. Ее законный бизнес, а также жизнь ее родных и близких снова в смертельной опасности. Ну что, как все прошло? Без проблем, работа моя. Отлично.